Hello. Здравствуйте, меня зовут Юля Антипова. Я член сборной России. Я из Москвы. Катаюсь в парном катании, в фигурном катании с партнером Надарьей Мусурадзе. Я заболела, так получилось, что я заболела анорексией и лечилась в России. Но в России меня лечили неуспешно, и поэтому я приехала в Израиль, потому что все понимали, что только в Израиле меня могут вылечить. Я приехала сюда 24 килограмма, 20 с лишним где-то. У меня были все жизненные показатели на самом низком уровне. И мне было очень тяжело, и моим родителям тоже было очень тяжело. Но здесь очень добрые и приветливые люди, которые неравнодушны к человеческой жизни. И если сравнивать лечение в России и в Израиле, в клинике Шнайдер, то это просто не передать словами. Здесь люди относятся к человеческой жизни просто... Здесь люди относятся к человеческой жизни так, как к своей. Они, как бы это ни было, они спасут ее. Вот. И сейчас я уже вешу 44 килограмма. И я вернулась в жизни, я очень рада, что все так произошло. И клиника Шнайдер это совсем не какая-то больница, это просто какая-то отдельная страна, где много детей с разными проблемами, где врачи все приходят и относятся тепло к каждому ребенку, как к своему. И благодаря этому дети здесь выживают. Спасибо большое. Туда раба.